Participanții încearcă să uite de lumea exterioară prin exerciții de meditație propuse de instructor. Краматорск находится в зоне обстрелов, ну, практически ежедневных. Вот. Но мы абсолютно уверены, что у нас здесь все будет хорошо, никаких обстрелов не будет, потому что отношение к миру у нас как, ну, вот эта комната, она уже у нас, ну, можно сказать, живая, она нас оберегает, это пространство, оно уже все абсолютно для нас знакомо и безопасно. La fiecare câteva ore se aude zgomotul exploziilor și cel al sirenelor de avertisment. Когда начались вот эти все события в нашей стране, я тоже выезжала вначале, потом вернулась, и вот йога привела меня в душевное равновесие. Занятия йогой постепенно успокоили, уравновесили, научили не бояться, чувствовать себя в гармонии, в балансе. Поэтому занятия действительно очень важны, особенно в нашем городе, когда неспокойно, и помогают очень. 5-6 persoane vin în mod regulat la cursurile care costă echivalentul la doar 3 dolari. Instructorul este încrezător că ședințele de yoga oferă o stare de bine. Войны нет. В сердце, в душе у нас войны нет. У нас мир в войне, у нас мир в сердце, мир в душе. И мы как бы стараемся это распространять на наших близких, родных, окружающих. Помогаем очень многим людям, помогаем именно своим состоянием духа. Participanții se susțin reciproc la nivel emoțional, iar sentimentul de apartenență la comunitate îi ajută să depășească experiențele războiului.